В минувшие выходные завершилось открытое первенство города по боксу памяти заслуженного тренера РСФСР Рудольфа Алферова. В финальных боях на ринге сошлись около 40 юных спортсменов. По двум возрастным группам у нас много финалистов, то есть у них веса маленькие, и поэтому народу много, то есть 37 пар сегодня. Класс, то есть соревнования показали, что у нас молодые боксеры есть перспективные, которые в дальнейшем могут представлять нашу область в России и быть сильнейшими боксерами. На ринге боксерам надо продержаться 3 раунда. Побеждает тот, кто большее число раз ударами нарушит оборону противника. Марат предпочел бокс другим видом спорта. И, видимо, не зря. В своем весе мальчик занял 1-е место. На вопрос, почему именно бокс, отвечает: это спорт настоящих мужчин, не требующий ничего лишнего, только силу и смекалку. Я на другие виды спорта тоже ходил, мне там не понравилось очень. Мне друзья рассказали про бокс. Там то, что там не надо, там вот эти всякие шпагат, там просто берешь и бьешь кулаками. Мне понравилось. Всего в турнире около 20 победителей. Им достались кубки и медали. Но главный приз для спортсменов – осознание того, что многочисленные тренировки не прошли даром. Это очередной стимул совершенствовать свою технику, чтобы побеждать снова и снова. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.